Коллеги, всем доброе утро. Просьба занять места. Начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что слово «встреча» – самый подходящий термин для нашего сегодняшнего общения. На протяжении последних 3 лет мы пытаемся сделать так, чтобы у нас органы исполнительной власти, бизнес, федеральные органы власти общались в непосредственном плотном контакте. Поэтому у нас появилась такая идея создать, в кавычках говорю, клуб профильных замминистра или замгубернатора, которые занимаются, курируют стройку, жилищно-коммунальное хозяйство, для того, чтобы, ну вот, используя, безусловно, площадку форума 100+, замечательное мероприятие, ну и, в общем-то, прочие наши встречи, попытаться на, как принято сейчас говорить, горизонтальном уровне обсудить те проблемы, которые волнуют, наверное, любой субъект Российской Федерации. Сегодня мы обозначили 3 направления, они тоже очень рамочно в дискуссии нашей заявлены. Это проблематика реализации проектов КРТ. Это самая, наверное, насущная и острая тема сейчас — переход субъектов Российской Федерации на новую систему ценообразования, на РИМ. Ну и тема, которая тоже всех волнует, это проблематика капитального ремонта многоквартирных жилых домов, ну и капитальный ремонт объектов соцкульбыта, тем более, что с недавнего времени система саморегулирования к этому тоже имеет непосредственное отношение. У нас есть совместный проект с «Единой Россией», где-то его любят, где-то наоборот нас критикуют, что мы занимаемся несвойственным нам делом, но вместе с тем я думаю, что это крайне важно. Для начала нашего диалога мне бы хотелось предоставить слово Сергею Григорьевичу Музаченко, заместителю министра, для того, чтобы он поприветствовал участников. Ну и, безусловно, вот блок перехода на ресурсно-индексный метод – это его детище, и поделился своими мыслями по этому поводу. Сергей Григорьевич, пожалуйста. Спасибо, Антон Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, рад всех видеть на данном мероприятии. Традиционно оно проводится уже, я имею в виду форум 100+, значит, уже 10 лет. Решаются и обсуждаются очень многие насущные вопросы, и поэтому вот в рамках этого мероприятия, конечно же, встреча с региональными министрами, с представителями регионов, она, безусловно, актуальна. И, Антон Николаевич, если в дальнейшем эта традиция приживется, это было бы отличной площадкой для получения обратной связи специалистов, профессионалов, которые непосредственно работают с теми нормативными документами, которые мы выпускаем. В части ресурсно-индексного метода, та зона ответственности, которая закреплена за моим блоком, я думаю, вы прекрасно все осведомлены и знаете, что мы с начала года запустили уже фактически переход на ресурсно-индексный метод. С первым кварталом, втором квартале и третьем квартале перешло 49 субъектов. Самое большое количество вот в третьем квартале перешло субъектов на ресурсно-индексный метод. К сожалению, третий квартал должен был стать завершением перехода. Почему, к сожалению? К сожалению, это не случилось. Значит, не случилось по разным причинам. Мы июль и август, 2 месяца, получали от вас обратную связь от субъектов, получали обратную связь о причинах. Причины у всех различные, но есть как бы одна самая основная – это отсутствие ресурсов и неготовность в части мониторинга ресурсов на территории субъекта. Какие сейчас, ну, про плюсы, значит, ресурсно-индексного метода, я думаю, вы тоже прекрасно все знаете. Это задача, Антон Николаевич сказал, это детище мое, это не мое, это задача, которая как раз была поставлена тоже около 10 лет до. Поэтому сейчас переход в завершающей стадии, по сути, находится. Мы подготовили и внесли в правительство буквально на днях позавчера проект постановления о продлении перехода на ресурсно-индексный метод до первого квартала 2024 года. Почему до первого квартала? Потому что у нас в 4-м квартале мы планируем перевести субъекты, и у нас будет еще 1 квартал, чтобы перевести отраслевые компании.
Это транспортный блок, РЖД, Росатом и так далее. Их переход должен состояться после того, как перейдут все субъекты, так как эти, их объекты, они строятся в основном, очень много, транспортный блок брать на территории двух и более субъектов. Уже мы видим в четвертом квартале, что готовность сейчас обеспечена порядка 20 субъектов на сегодняшний день перехода в четвертом квартале. Остальные субъекты, безусловно, мы сейчас вот в режиме 24/7 главгосэкспертиза отрабатывает с вами. И я думаю, что мы, конечно же, в четвертом квартале все субъекты, есть 9 проблемных субъектов, сразу скажу, на сегодняшний день, которые мы видим. Значит, но все-таки планы, чтобы все субъекты в четвертом квартале перешли на ресурсные сметы, что мы безболезненно в первом квартале отработали с отраслевыми компаниями. Уже порядка 200 объектов, более 200 объектов вышло в тех регионах, которые перешли на РИМ, вышло из экспертизы. Выданы сотни уже заданий на проектирование в РИМе. И субъекты, которые уже работают в Риме, они здесь есть, я вижу, также присутствуют. Они, безусловно, уже на себе видят те плюсы, которые Рим дает. В том числе основной плюс, ну, что касается стоимости, вот задают всегда вопрос, она выше будет? Значит, нет, она будет не выше, она будет объективнее. Значит, в некоторых случаях в плюс, в некоторых случаях в минус. Но самое главное, что переход на РИМ, индексы к группам однородных строительных ресурсов, это уже не три индекса, которые сейчас есть, которые дают определенный, и не один индекс, который был до этого, который дает значительный перекос по объекту и внутри, в структуре проекта, а дают более точную информацию уже непосредственно к видам работ, к этапам, и помогают более открытую вести работу с субподрядчиками и формировать смету-контракты. Поэтому, Анатолий Николаевич, коллеги, вкратце все. Я не знаю, если формат подразумевает вопросы, наверное, мог бы ответить, но все-таки прошу меня отпустить на следующее мероприятие. Спасибо. Да, спасибо большое, Сергей Григорьевич. У нас эту тему мы, конечно, вашим докладом не ограничимся, тоже будем подводить какие-то промежуточные итоги, ну и, в общем-то, рассказывать о том, системе взаимодействия, которая, по нашему мнению, может этот процесс ускорить. Можно вот один вопрос, я, пользуясь правом модератора, задам. Сколько, по вашему мнению, потребуется на сегодняшний день субъектам для того, чтобы полноценно наполнить в ГИС, для того, чтобы вот действительно добиться той абсолютной объективности в системе ценообразования строительных ресурсов? Но в ресурсно-индексном методе главное не наполненность в ГИС. Те ресурсы, которые на сегодняшний день субъекты вносят, их вполне достаточно для перехода на ресурсно-индексный метод. Прямые цены в ГИСе плюс индексы группы однородных строительных ресурсов. Этого вполне хватает. А стопроцентное наполнение в ГИСа, стопроцентное, это перспектива даже не завтрашнего дня, и смысла в этом, вот как целевой задачи завтра это сделать, мы не видим. Если это ставить как целевую задачу, можно выполнить, но объективность тех цен, которые там будут находиться, она будет под большим вопросом. Из мероприятий, которые позволят нам наполнить в ГИС, мы, безусловно, как основное видим, это создание торговой площадки, даже не торговой площадки, а агрегатора определенного, да, который бы собирал информацию о конкретных сделках на рынке по строительным ресурсам и, соответственно, обезличенно передавал данные в ГИС-ЦС. Над этим мы работаем. Этот вопрос будет решаться, скорее всего, через создание площадки агрегатора в рамках концессии. Но в любом случае, вот это самый объективный и самый эффективный инструмент наполнения в ГИСа, над которым мы сейчас работаем. И думаю, что в следующем году мы реализуем. А можно еще один вопрос, прежде чем вас отпустить? А будут ли все-таки рассматриваться сейчас методы поощрения, а также методы наказания для производителей и поставщиков, которые информацию не размещают в ГИСЦС? Это опять же наш
последний с вами белорусский опыт говорит о том, что там просто введена административная ответственность за то, что поставщик или производитель информацию в ГИСЦС не размещает. Что-то по этому поводу, ваше мнение, нужно делать или нет? Вопрос административной ответственности, по нашему мнению, он даже был включен, эта тема была включена в план перехода на ресурсно-индексный метод. Но почему не состоялось, скажу сразу, для того, чтобы в КУАПе появилась строчка об административной ответственности, нужно вводить новый вид контроля надзора и за кем-то закреплять. На сегодняшний день сделать это практически нереально, быстрее иные инструменты будут реализованы, чем создание нового вида контроля надзора. Есть орган, который может это на себя, по сути, взять, но в перспективе это органы статистики, это Росстат, потому что у них в полномочиях такие, в полномочиях не контроль надзора осуществлять, значит, за стоимость строительных ресурсов, а в принципе полномочия собирать статистику. Но пока мы это не обсуждаем и завтра сказать, что завтра мы введем ответственность административную, конечно же, нет. И здесь Белоруссия, да, Белоруссия, мы опыт видели, но насколько страна, насколько Республика Беларусь и Российская Федерация отличаются, мы прекрасно понимаем и в части логистики, и в части производства, локализации производства на территории страны. Мы отличаемся в разы и очень серьезно. И просто административная ответственность, конечно же, приведет к завтра, если ввести, приведет к штрафам различных производителей. Какой она даст эффект, тяжело сказать. Скорее всего, даст не очень большое наполнение в ГИСа. По нашему мнению. Но, безусловно, как инструмент мы это рассматриваем. Спасибо, Сергей Григорьевич. И здесь еще самое главное в административной ответственности, это как с камерами за скорость, да, чтобы, если будут созданы ресурсы, которые будут в автоматизированном режиме передавать эти данные, собирать, агрегировать, и будет автоматически наступать административная ответственность. Вся ручная работа, если рассматривать с точки зрения ручной работы какого-то органа власти, она, конечно же, будет безуспешной абсолютно. Спасибо, Сергей Григорьевич. Отпускаем вам бороться с контрафактом в стройке. Спасибо за то, что получилось к нам заглянуть. Двигаемся дальше. Очередной раз хочется сказать слова благодарности в области, в отношении Свердловской области. Мы видим, как, не снижая обороты, продолжается организация форума 100+. В наше время это, наверное, вдвойне сложнее, поэтому Михаил Михайлович Волков, министр строительства и инфраструктуры Свердловской области, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Я хотел бы от лица губернатора Свердловской области, правительства Свердловской области сказать огромные слова благодарности за то, что вы все откликнулись на наше приглашение. Сегодняшний день присутствуете здесь на форуме 100+. Это говорит о том, что мы на правильном пути, мы развиваемся именно в том направлении, которое сегодня востребовано не только в Свердловской области, я думаю, во всех регионах Российской Федерации. И Министерство строительства Российской Федерации, проявляя заботу об этом форуме, то же самое формирует его как площадку для общения между исполнительными органами государственной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Это очень важно на сегодняшний день, потому что та активная работа, которой сегодня занимается Минстрой Российской Федерации в части оперативного управления, эти штабы, которые проходят еженедельно в режиме ВКС, они, конечно же, сплотили нас во многом, но ничто не заменит того очного общения, которое на сегодняшний день у нас с вами происходит. Когда мы сможем реально в кулуарах побеседовать о некоторых наболевших вопросах, и в частности, вот то, что сегодня поднимается здесь на нашей сессии, это одни из наиболее острых вопросов, и хотелось бы по ним действительно сегодня услышать мнение всех участников этого мероприятия. То, что для нас, для всех будет достаточно сложный переход на ресурсный индексный метод, мы все прекрасно понимаем, мы все это дело с вами обсуждаем, и хотелось бы, да, услышать на сегодняшний день
те острые вопросы, которые хотелось решить в первую очередь. И вот Антон Николаевич очень правильные вопросы задал. Я думаю, что они все вам очень близки, и хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Давайте обсудим это все. И следующие вопросы, которые будут сегодня рассматриваться, это объекты социального назначения, их судьба, их дальнейшее продолжение работ в этом направлении в нашей стране. Мы понимаем прекрасно, что те же школы, которые на сегодня строятся у нас по тем нормативным документам, которые созданы, они скорее возможны к строительству на новых площадках, где, так скажем, неосвоенная территория, и можно развернуться во всю ширь. Можно сделать такие огромные школы с теми нормативами, а когда мы входим в застроенную территорию и когда занимаемся развитием уже существующих школ, нужно их не просто капитально ремонтировать, нужно реконструировать, но спотыкаемся о те нормативы, которые у нас на сегодняшний день есть, когда мы вместо школы, там существующей школы на 700 мест, вынуждены после реконструкции иметь школу на 300 мест. Но это неприемлемо никак. Почему? Потому что население, оно уже к этим образовательным учреждениям, так скажем, приспособилось, оно уже понимает, что оно получает здесь высокий уровень образовательных услуг, и это на сегодня может быть очень серьезной конфликтной точкой в развитии муниципалитетов. Вот хотелось бы, да, в этом направлении тоже вместе с вами подискутировать и получить ваше мнение в том направлении, в котором лучше двигаться. И вы помните недавнее выступление Валентины Ивановны Матвиенко, когда она высказала свое неудовольствие по поводу тех ограничений СанПинов, которые на сегодняшний день действуют и не дают развиваться, так скажем, дальнейшему нормотворчеству в части строительства и проектирования и строительства образовательных учреждений, не только образовательных, вообще социальных учреждений. Хотелось бы тоже в этом направлении подумать. У Свердловской области на этот счет есть ряд предложений, и мы бы хотели тоже услышать ваше мнение по этому поводу. КРТ – очень интересная тема, тоже очень злободневно. Хочу поделиться с вами интересным нашим опытом. Буквально вчера закончился трехдневный марафон в Свердловской области. Мы выставили на торги три площадки. Скажу так, что у нас стартовая цена входа в КРТ достаточно низкая, это 500 тысяч рублей, так скажем, стартовая цена для любой строительной организации входа в торги. А дальше мы таким образом привлекаем как можно больше участников в торги, а дальше идут торги. И вот вчера закончился трехдневный марафон торгов на одной из площадок. Закончился при стартовой цене в 500 тысяч, ценой в 225 миллионов рублей. Площадь участка какая? Площадь участка 2 гектара. То есть я хочу сказать, что вот причем можно упрекнуть, что низкая стартовая цена, можно сказать, там еще какие-то вопросы, но вот при всем при том две другие площадки ушли по стартовой цене практически. То есть мы говорим о том, что низкая цена стартовая, это тоже неплохо, потому что мы привлекаем к освоению этих территорий для расселения ветхого аварийного жилья. И низкая стартовая цена дает возможность вовлечь все территории. А с другой стороны, мы говорим, что бюджет муниципалитета получает такой серьезный приток капитала в виде вот такого неожиданного бонуса, да, почти в четверть миллиарда рублей. Это очень хорошо. Ну и вот по этому поводу тоже хотелось бы поделиться с вами опытом, мнением, пообщаться и официально, и в кулуарах. Спасибо. Хотелось бы пожелать нам всем с вами успехов и ждем вас на наших следующих форумах. Мы с вами, я уверен, найдем очень правильные пути общения, и следующего форума вы также будете ждать, как и мы. Спасибо. Спасибо, Михаил Михайлович. Я думаю, что надо уже не приглашать гостей, а наоборот отговаривать, учитывая ажиотаж, который в этом году вокруг 100+.
сформирован. Вместе с тем, вот маленький комментарий. 10 дней назад у нас состоялась стратегическая сессия под председательством председателя правительства Российской Федерации, где в том числе поднимался тот вопрос, который вы сейчас вот озвучили, по дополнительным требованиям, которые касаются не только СНИПов и строительных СП, а которые касаются санитарных норм и пожарных норм, которые у нас постоянно динамично меняются, и все это негативно сказывается и на площадях строящихся объектах, и о требованиях, и на их себестоимости. Вот Минстрой делал анализ, готовясь к этому совещанию, и за последние 23 года, вот с 2000 по 2023 год, площадь, которая расчетная получается в наших школах на одного ребенка, за 20 лет увеличилась на 60%. Ну, то есть, представляете, за 20 лет фактически, ну, под площади... Не учебная, да, а рекреационная. Да, общая площадь школы у нас возросла на 60%. И вот Анна Юрьевна там активно возражала, говоря о том, что не может быть. Вот посмотрите, у нас есть только одно требование. Действительно, по площади санитарное требование не менялось. Но есть дополнительные требования по обеспеченности в столовых, дополнительные требования, извините, просто по площади в гардеробе на одну куртку, которую санитары устанавливают. И все это выливается в огромные затраты бюджета. Ну, насколько, конечно, здесь надо быть очень, как сказать, объективными и осторожными в этих требованиях. Безусловно, санитарные требования ведут к благополучию и безопасности детей, ну и, в общем-то, всех, во всех объектах недвижимости. Но то, что происходит в последнее время, более того, у нас, вы знаете, мы очень много времени все вместе тратим на... В разные годы подходили по-разному к формированию каталога. Сначала повторной проектной документации, потом эффективной проектной, экономически эффективной проектной документации. И получается, что у нас каждая итерация в 2-3 года объекта, который строит субъект вот той же школы, она все равно отличается уже от того, что было построено ранее. Это ведет к тому, что типовых решений не рождается, нет какой-то такой правильной работы над ошибками, чтобы реализовывать одни и те же проекты, чтобы снижать их себестоимость и скорость их реализации увеличивать. Ну, про школу у нас сегодня тоже отдельно будет разговор, поэтому отдельно поэтому поговорим. Поэтому тему вы заняли, затронули очень важную. Сейчас по поручению Мишустина создана межведомственная рабочая группа, куда входят МЧС и санитарные врачи для того, чтобы все-таки попытаться в ближайшее время разобраться в тех требованиях, которые есть, может быть, даже поменять порядок их утверждения. Напомню, у нас обязательные нормы в стройке утверждаются федеральным законом, соответственно, у них есть отлагательный период, а ведомственные нормы утверждаются руководителем ведомства, это касается МЧС и санитаров, ну, не только этих ведомств, и вступают в действие молниеносно. В этой связи, конечно, коллизия, связанная со строительством, с эксплуатацией, она очевидно есть, но вот я думаю, Михаил Михайлович меня поддержит. Например, вот школы в эксплуатацию. Строится она в соответствии с теми нормами, которые экспертизу проходила, а лицензирование после этого проходит на основании действующих норм на дату лицензирования. И получается, что порой приходится переделывать там эвакуационные выходы, какие-то пороги пожарные, санитарные требования приводить для того, чтобы объект, как объект недвижимости, получил государственную лицензию на образовательную деятельность. Действительно большая проблема. Спасибо еще раз за такой радушный прием. Мы с удовольствием всегда будем к вам приезжать, тем более, что 10 лет – это уже серьезный срок, что площадка, уже вот мы вчера в кулуарах тоже общались, уже далеко не все помнят, почему форум 100+ называется, но слово красивое, поэтому все с удовольствием приезжают и участвуют в этом мероприятии. Двигаемся далее. Национальное объединение строителей, саморегулируемые организации последние 2 года тратят много сил для того, чтобы объекты, которые строятся за счет муниципальных, государственных средств, были действительно привлекательны для бизнеса, давали какой-то экономический эффект, но вместе с тем, и чтобы бизнес, беря на себя обязательства, мог своевременно их исполнять. В этой связи у нас есть ряд направлений, я кратко на них остановлюсь. Первый вопрос, которым мы занимаемся достаточно вот уже давно, на протяжении 3 лет, это утверждение расчета заработной платы рабочего первого разряда, занятого в стройке. Второй блок вопросов – это наполнение в ГИСЦС, о котором тоже мы говорили. И третий блок вопросов – это мониторинг цен индикативных строительных ресурсов на основании методики, утвержденной правительством Российской Федерации. Ну и, конечно, очень, на мой взгляд, удачный, пусть смелый эксперимент по реализации постановления 13.15, которое объективно
помогла большому количеству подрядных организаций, да и, честно говоря, как я понимаю, и помогла органам исполнительной власти для того, чтобы подрядчики своевременно выполнили все взятые на себя обязательства. По оплате труда рабочего. Ну вот нам как-то сложно давать себе оценку, но вы знаете, что 3 года назад мы вышли с инициативой для экспертизы, чтобы расчет заработной платы проходил не на основании той информации, которую предоставляют органы статистики, а на основании тех документов, которые предоставляют членские организации саморегулируемых организаций, о фактическом выгрузке заработных плат из 1С. Вначале нам казалось, что, в общем-то, Росстат победить в этих вопросах будет невозможно, но как-то мы нашли общий язык с главгосэкспертизой. Я очень благодарен коллегам на том, что они вот согласились и внесли изменения в методику. На сегодня, напомню, у нас уровень заработных плат можно расчетным образом, безусловно, его по-прежнему утверждает орган исполнительной власти субъекта, но расчет можно производить двойным способом, либо на основании данных Росстата, либо на основании той информации, которую готовят саморегулируемые организации, выгружая из 1С-ок своих членских организаций уровень заработных плат. Эффект, я думаю, что достаточно у нас хороший. На сегодняшний момент у нас пилотный проект, вот, который пошел по этому пути, это 11 субъектов Российской Федерации, Брянская область, Ивановская область, Мурманская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Мариэл, Ульяновская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Сахалинская область. Это вот те пилоты, которые есть. Каким результатом эта деятельность приводит? Ну вот если мы смотрим средние данные по России, то рост заработной платы 2020 года к 2021 составил 10%, 2021 к 2022 15%, и вот прирост 2022 к 2023 рекордный 17%, что позволяет действительно адекватно оценивать уровень заработных плат, тем более, что мы все понимаем, что на сегодняшний момент конкуренция за рабочую силу, она в регионах возрастает, приток иностранной рабочей силы, можно сказать даже фразу, к сожалению, снижается. Это и официальные данные, неофициальные данные, просто количество иностранцев, ехавших с целью работы на территории Российской Федерации, в 2023 году сократилось на 40% относительно и без того не самого большого 2022 года. Наполнение в ГИСЦС. Вот Сергей Григорьевич эту тему начал уже на сегодня. 49 субъектов Российской Федерации перешли на РИМ. К сожалению, те субъекты, которые не успели своевременно это сделать, напомню, вот та мера, о которой сейчас Сергей Григорьевич сказал, это мера вынужденная для того, чтобы не остановить весь бюджетный процесс в отношении вывода новых объектов на государственные торги, муниципальные торги. Минстрой по просьбе руководителей субъектов вышел с этой инициативой на полгода еще перенести этот переходный этап, который мы уже на моей памяти, наверное, дважды или трижды передвигали, но думаю, что вот последнее предложение, напомню, коллеги, оно на сегодня не вступило в силу, оно прошло оценку регулирующего воздействия, сейчас направлено на согласование, то есть по большому счету те субъекты Российской Федерации, ну вот оставшиеся, кроме 49, на сегодня уже нарушают федеральный закон, давайте честно будем говорить, потому что с 1 числа эти требования уже действуют, и на сегодня, например, ну я не знаю, какая будет практика в регионах, например, зайти в экспертизу проектной организации в том субъекте, который не перешел на РИМ, вот в тот период, пока переходного этапа нет, по моему мнению, юридически будет невозможно. Но я думаю, что в ближайшее время эта проблема будет решена. По наполнению. Значит, наполнение, невзирая, вот Сергей Григорьевич ушел, за глаза не будем с ним дискутировать, но вместе с тем я считаю, что наполнение в ГИСЦС это все равно важно. От того, что мы получили по стоимости одного ресурса, это, конечно, здорово, но вместе с тем это не репрезентативная выборка, а нам бы хотелось, чтобы все-таки основная же цель РИМа – это все-таки объективность стоимости строительных ресурсов. Не для того, чтобы там повысить или их понизить, их нужно привести к факту и этим максимально пользоваться. Поэтому наполнение – это тоже вопрос крайне важный. Мы со своей стороны, как саморегулируемые организации, тоже к этому процессу подключились, и если смотреть
смотреть в относительных показателях, то ну, благодаря нашей работе у нас есть, ну, вот в абсолюте так хвастаться нехорошо, но в относительных показателях очень здорово получается. Ивановская область 21 раз увеличила наполнение, Кемеровская область 16 раз, Приморский край в 12 раз. Ну вот, в общем-то, цифры-то красивые, с другой стороны, среднее наполнение у нас по-прежнему остается крайне низким. 6 субъектов, вот, которыми мы сейчас начали заниматься, пока имеют наполнение в ГИСЦС близкое к нулю. Поэтому, коллеги, пользуясь сегодняшней аудиторией, я бы хотел обратить на это внимание, потому что мы же все заинтересованы в том, чтобы те объекты, ведь не самоцель РИМ, мы все заинтересованы в том, чтобы те объекты, которые сейчас будут проходить главную экспертизу и получать достоверность метной стоимости, были действительно реализуемы на рынке. И если у нас будет перекос во ВГИСах, то, безусловно, говорить о привлекательности этих объектов, даже если у них появится подрядчик, ну, появится подрядчик в дальнейшем, это приведет к каким-то негативным последствиям. На сегодня у нас появилось постановление с волшебным номером 666, которое добавила в качестве источников наполнения в ГИСЦС, честно скажу, мы были инициаторами этого документа, не только производителей и поставщиков, но и региональные органы исполнительной власти, которые тоже могут эту информацию размещать. Следующим нашим предложением в этой части является то, что система саморегулирования может быть здесь не только участником, который эту деятельность агрегирует, но и вместе с тем источником, который может помогать наполнять тоже в ГИСЦС. Поэтому вот с таким предложением я в отношении Минстроя обратился, жду ответа в направлении, чем это будет закончено. Поскольку мы находимся в Уральском федеральном округе, подготовили статистику по Уралу, у нас в нашем пилоте два субъекта, это Свердловская и Челябинская область, самая, наверное, масштабная. Челябинская область на РИМ перешла в третьем квартале, но вот Свердловская область, обращаю внимание, что на сегодняшний момент еще не перешла, поэтому это крайне важный момент. Все в Уральском федеральном округе, из 6 регионов 4 перешли, это Тюменская, Челябинская, Ханты-Мансийская и Малонецкий автономный округ. Вот они специально у нас выделены, поэтому это здорово, но общая статистика, которая у нас есть, вот здесь лидер у нас, безусловно, Тюменская область, но вместе с тем, в целом, вот это вот относительные показатели хорошие, в абсолюте это выглядит по-прежнему достаточно низко. По Сибирскому федеральному округу тут больше субъектов. Тоже слайд представлен на сегодняшний момент. В принципе, в целом, вот говорить о том, что у нас какой-то федеральный округ тут прям лидирует, не могу сказать, но как раз Сибирский федеральный округ на фоне всей Российской Федерации выглядит, ну, примерно в полтора раза лучше, если брать среднюю температуру по больнице, но это благодаря, в первую очередь, трем субъектам. Это Кемеровская область, Алтайский край, Новосибирская область. Статистика тоже на сегодняшний момент есть. Здесь бы хотел отдельно поблагодарить те саморегулируемые организации, которые в эту деятельность активно вовлечены. Думаю, что это даст позитивные плоды, и строители, безусловно, этим будут благодарны воспользоваться, а главное, своевременно будут реализованы муниципальные и государственные контракты. Теперь непопулярный вопрос, но вместе с тем, я считаю, его нужно обсуждать, это средний рост цен на строительные материалы. Напомню, коллеги, у нас постановление 13.15, ну дальше я тоже отдельно по нему скажу, по новым объектам оно не распространяется, оно сейчас фактически завершает свое действие. Те средства, которые выделены из Фонда национального благосостояния для субъектов Российской Федерации, они в этом году должны быть в обязательном порядке выбраны. Поэтому еще раз обращаю внимание, более того, учитывая, что у нас все очень динамично меняется, вот я думаю, что представители субъектов на оперативках и у министра, и у Марата Шакирзяновича постоянно присутствуют, и там мониторинг выборки этих денежных средств по профильным ГРБСам постоянно ведется. Потом есть такая задача, по крайней мере, со всеми средствами, если не выбрать, то разобраться до к
конца октября этого года. В противном случае те средства, которые будут не законтрактованы, по крайней мере, будут возвращены опять назад в Фонд национального благосостояния. Но в дальнейшем планировалось, что у нас будет рассчитываться ежегодный индекс дефлятор, который будет покрывать ту стоимость инфляции строительной, которая возникает. Но, к сожалению, даже 2023 год говорит о том, что тот прогнозный индекс дефлятор, который на сегодня существует, ну вот ориентировочно это сейчас чуть меньше 6%, 5,9%, не перекрывает тот рост цены. Мы вот несколько тут представили по федеральным округам, по городам, по материалам то, что происходит. И, в общем-то, вот в дальнейшем я продемонстрирую это на конкретном объекте. Считаем, что на сегодняшний момент нам нужно все-таки придумывать какой-то новый механизм, аналогичный, наверное, 13-15. Более того, в принципе, механизм 13-15, он универсальный. У него было 292-е постановление правительства, которое обеспечило источник этого механизма в лице Фонда национального благосостояния. Но ряд объектов у нас на сегодня в субъекте, вот не знаю, в Свердловской области есть такие или нет, которые механизм 13-15 источником стали региональные средства. Более того, ну так уж получается, сейчас у нас бюджетная обеспеченность в субъектах даже порой выше. Ну, вот в Урале точно есть такие субъекты, где бюджетная обеспеченность выше общероссийской, которая есть, и выше федерального бюджета. Поэтому думаю, что нам на сегодня нужно будет вот этот мониторинг, благо у нас возможность мониторинга цен строительных ресурсов мы ведем по основным материалам, нужно будет продолжать. И вот по просьбе Ирика Анваровича я в ближайшее время такую служебную записку подготовлю, где продемонстрирую, ну, в более детальных, наверное, показателях вот этот слайд. И со своей стороны мы будем предлагать необходимость использования механизма 13-15, либо придумывания что-то аналогичного для того, чтобы привести в соответствие уже расконтрактованные объекты. Ну вот пример, мы всегда говорим, что нам нужно показывать на конкретных примерах, поэтому взяли объект в Уральском федеральном округе, город Копейск Челябинской области, и посмотрели, как меняется стоимость. И вот при увеличении стоимости роста цены, просто мы уже вот ту рентабельность строительную, которая в ресурсно-технологической модели предусмотрена, полностью у подрядчика нивелировали. А если добавить остальные ресурсы, то мы понимаем, что данный объект будет построен в убыток для предприятия, что, по моему мнению, безусловно, является недопустимым. В противном случае будет нам очень сложно работать. Вот последствия применения механизма 13-15. В общей сложности 9 тысяч контрактов на более 7 триллионов рублей. Сейчас вот по той статистике, которая у меня есть, 6,9 триллионов уже выплачены подрядчикам. То есть остаются вот эти вот остаточные последние формы по сдаточным объектам для того, чтобы это удорожание уже выбрать. Хорошо или плохо сработало, ну, в общем-то, наверное, посмотрим, когда объекты будут все достроены, но однозначно такой меры поддержки, ну, вот я могу, можно сказать, даже не ожидал бизнес, что такое возможно, и это, конечно, помогло огромному количеству подрядчиков повсеместно, практически на территории всей Российской Федерации. Опять же, те саморегулируемые организации, которые в этот процесс были вовлечены, органы исполнительной власти, поскольку, безусловно, все немножко опасались введения этого механизма и до сих пор, надо честно сказать, опасаются последствий применения этого механизма. Я думаю, что нам общими усилиями нужно формировать практику для того, чтобы в дальнейшем этот механизм был абсолютно прозрачным, удобным, ну и в каком-то вере его надо, конечно же, нам с вами продлевать, потому что без этого на фоне той статистики, которую я привел ранее, нам будет очень сложно, коллеги, своевременно выполнять взятые на себя обязательства. У меня, наверное, все. Вопросы, коллеги, предлагаю оставить, да, на окончание нашего круглого стола, и предлагаю продолжить тему перехода. Предоставляю микрофон Ольге Всеволодовне Дедковской, председателю подкомитета по ценообразованию в строительстве комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системы «Нострой», для того, чтобы она продолжила нюансы перехода на ресурсно-индексный метод, с которыми сталкиваются в субъектах. Пожалуйста. Да, презентацию мою можно? Спасибо.
Добрый день, доброе утро, уважаемые коллеги. Мое выступление будет посвящено не столько именно процессу перехода на ресурсно-индексный метод, то есть формирование сметной документации, сметной стоимости ресурсно-индексным, сколько для чего это вообще нужно и почему мы сейчас переходим именно на ресурсную модель формирования сметной стоимости. Эта история начиналась 3 июля 2016 года, когда наша было, нами было принято, 300, был принят 369-й федеральный закон, который внес в градостроительный кодекс главу 2.1 «Ценообразование и сметное нормирование». И вот именно этот закон, вот обратите внимание, что здесь ценообразование, не сметное ценообразование. Мы почему-то все время говорим о ресурсно-индексном методе, но не забывайте нужно о том, что это смета. Это сметная стоимость, которая статична. Она статична в заданном уровне цен. Если сегодня мы формируем сметную стоимость, это цены четвертого квартала. За эти деньги можно построить, начиная 1 октября, заканчивая 31 декабря. Но нам очень важно получить ту сумму денежных финансовых ресурсов, когда начинаются строительные работы. Вот именно вот, и моя задача как раз показать, что то, что было положено в 2016 году, это своеобразная реформа, можно в полной мере сказать, что это реформа строительного ценообразования. Вот то, что мы говорим ресурсно-индексный метод, это лишь метод подготовки сметной документации. Но вот насколько грамотно мы далее сформируем уже начальную максимальную цену договора контракта, смету контракта, будем реализовывать, вот это вот очень важно. И вот тут вот ресурсно-индексный метод как раз и моя задача показать, почему именно ресурсная модель дает нам возможность на тот момент, когда понадобятся деньги, здесь и сейчас, получить именно эти финансовые ресурсы. Итак, то, что было заложено 369-м федеральным законом 7 лет назад, уже подразумевал переход на ресурсную модель. У нас в законодательстве, а наш основной закон – это градостроительный кодекс, глава 2.1, отсутствует понятие расценок. То есть у нас то, что мы до сих пор формируем и продолжаем формировать на переходящие объекты цены прошлого века, 1 января 2000 года, умножая на средний индекс даже по трем элементам, я тоже немножко покажу слайды, что это не совсем тот механизм, который нам нужен для реализации уже проектных решений. И вот как раз 369-й закон, он погрузил в градостроительный кодекс те основы, которые легли ресурсно-индексным методом. У нас есть сметные нормативы, которые вбирают в себя сметные нормы, это лишь совокупность ресурсов, натуральных измерителях и методики, которые дают представление о правилах подготовки сметной документации. Единичных расценок в нашем законодательстве не существует. Поэтому базисный индексный метод все эти 7 лет, он получается, что нелегитимен. То есть мы уже должны были 7 лет перейти на ресурсную модель. Ну, как сегодня уже и Антон Николаевич сказал, да, что процесс очень длительный. Наполнение и то, что нам нужно получить к нормам расхода ресурсов полностью ценовые показатели, вот до сих пор этот процесс продолжается. Так вот, если говорить о том, что нам 191 закон дал какое-то послабление, что вот вам переходный период, готовьтесь, и разрешено было работать базисно-индексным методом. Вот отличие принципиальное, мои коллеги здесь, с которыми уже давно работаем в системе ценообразования, могут однозначно сказать, что метод, базисно-индексный метод, ресурсно-индексный метод, на сегодня это не столь важно именно с точки зрения технологии определения сметной стоимости. У нас есть программные комплексы, в программных комплексах есть базы. Главное иметь вот эту основу, либо индексы базисно-индексным методом, либо текущие цены ресурсно-индексным методом. Ну вот, а далее мы уже смотрим то, что было опять-таки в 369-м федеральном законе в градкодексе, обязательность применения. Вот обязательность применения, то, что мы сейчас как раз и имеем переход на ресурсно-индексный метод, это вот эти 4 блока. Ну, я условно их называю бюджетные, созданные, плюс 50 и МКД, капитальный ремонт. Они обязаны использовать систему сметных нормативов и сметных цен.
Сметные нормативы – это методики и нормы. А что такое сметные цены? А вот сметные цены, которые у нас… Так, мне обратно можно как-то, нет? Да, все, прошу прощения. Сметные цены – это не те сметные цены, которые у нас в уровне 1 января 2000 года, а это сметные цены, которые мы на сегодня имеем, погруженные в ВГИС-ЦС, которые регламентированы наполнением и в текущем уровне цен. И вот как раз законодательство нам и говорит о том, что мы должны перейти на ресурсный индексный метод, мы исполнить законодательство. Еще один момент – которая эта реформа обозначила, что сметные ценообразования мы забываем на этапе закупки. Все, не работает сметное ценообразование, это база. Но вот задача наша сформировать эту базу, чтобы перейти уже на контрактование и актирование работ по тем ценам, которые реально через год, через два будут для подрядчика как раз реализованы, это вот задача опять-таки градостроительного кодекса. И если обратите внимание, что как раз статья 8.3 нам сказала, что все, сметные нормативы на этапе закупки не используются, и не используются сметные цены. То есть вот именно переход на контрактные, на НМЦК, на проект сметы контракта, если мы работаем в соответствии с 44-м, 223-м федеральным законом, база сметная, то есть от качественной подготовки наших ценовых показателей будет успех и дальнейшего перехода на уже ценовые показатели. Недавно было принято постановление взамен 9ПР, когда те четыре блока, которые подпадают под действие статьи 8.3 Градкодекса, и которые регламентация проведения закупок 44-м федеральным законом, обязаны использовать уже это постановление взамен приказа 9ПР. То есть типовые условия, которые должны быть погружены в условия контракта, они говорят о том, что на этапе уже исполнения контрактных обязательств не осуществляется сопоставление технологий, которые было заложено в сметном ценообразовании. То есть мы отделили сметное ценообразование, отделили от контрактного. И вот это вот когда наши особенно контрольно-надзорные органы очень любят ковыряться в наших сметных нормативах, в наших технологиях, а вот у тебя, подскажи, что ты за счет процента временных построил, а почему у тебя этого крана не было, когда двухэтажный дом. Вот это уже законодательство закреплено 7 лет назад, но мы продолжаем работать вот в той же самой системе. И это опять-таки реформа, но реформа, которая объединяет не только сметное ценообразование, но и контрактное, и она соединяет эти два момента, но переходящие мы должны понимать, что когда на этапе исполнения обязательств мы уходим от сметного ценообразования. И вот этот вот принцип, который заложен в строительное ценообразование, он и точно так же он и закреплен во всех нормативно-правовых законодательных актах. Каждый блок имеет свою базу, каждый блок имеет своего исполнителя, каждый блок имеет свою выходную характеристику. Но вот от грамотного и правильного вот этого вот действия будет успех. Они между собой связаны. Следующий момент. Вот до 16 года, до 15 вернее, года у нас не было полномочного органа, который бы выводил всю эту кухню строительное ценообразование в то поле, которое нужно было исполнить. И вот как раз полномочия Минстроя прежде всего переданы были нормирование. Это вот нормы, которые мы создаем, это методические документы, это то, что сейчас сметные цены наполняются, весь методический блок находится в зоне функционала Минстроя. И ценообразование при проектировании и строительстве, вот тоже обратите внимание, ценообразование при проектировании и строительстве. То есть Минстрой как раз и получил полномочия, переход на контрактное ценообразование. И вот в 2015 году как раз полномочия были переданы, что теперь не только вопрос проектирования, не только вопрос сметной стоимости, но и как осуществить закупку с точки зрения ценовых показателей, переданы Минстрою.
к сожалению, опять-таки не в полном мере исполняются. Ни 841 приказ, ни 336, который уже 5 лет наш раздел ПОС никакой. А нам нужно очень грамотно как раз и сформировать для того, чтобы вот использовать ресурсно-индексный метод. Я вот покажу на примерах. Итак, у нас два законодательства. Законодательство сметное ценообразование и законодательство контрактное ценообразование. Они между собой увязаны, законодательно закреплены приказами, постановлениями и, главное, законами. И вот то, что мы ждали, начиная с 3 июля 2016 года, плавный переход был послабление 191 законом, который нам сказал, мы ждем. Что мы ждем? Мы ждем состоявшихся три вот этих вот фактора. Первый, мы должны получить сметно-нормативную базу, мы должны ввести ее в действие, и мы должны получить сметные цены. Вот именно база 2022 – это только эта база, которая нам позволяет перейти на ресурсно-индексный метод. Почему? Потому что база 2020 – это базисно-индексный, когда есть расценки, в законодательстве нет расценок. И только база 2022 нам дала в полной мере возможность перейти на ресурсно-индексный метод. Но вот сметные цены мы только сейчас получаем в том виде, в котором прописано в градостроительном кодексе. Сметные цены – это сводно агрегировано в территориальном разрезе, документированное, определенное расчетным путем, то, что как раз погружено во ВГИС. И вот этого пазлика нам не хватало. И вот на сегодня как раз состоялся этот момент, то, что было обозначено 49 субъектов, которые представлены 99 зонами, потому что у нас за Уралом уже начинается несколько зон, и мы работаем сейчас, должны перейти на ресурсно-индексный метод. И вот несколько примеров. Что же это такое, для чего вообще нам нужен ресурсно-индексный метод, чтобы получить, с одной стороны, это прозрачность системы ценообразования, а с другой стороны, дать понимание, что базисно-индексный метод – это температура по палате, как и Антон Николаевич сказал. Да? То есть это у кого-то 35, у кого-то 42, в среднем 36,6. То есть вот эта вот индексация, которая базисно-индексным методом, и опять-таки повторю, к ценам прошлого века, потому что 1 января 2000 года – это четвертый квартал 99 года. Мне вот когда веду занятия, да, со студентами 4-5 курса, ребята, рожденные в 2001-2002 году, 2001-2002, мне стыдно говорить, что мы оцениваем стройки миллиардные в ценах прошлого века и каким-то индексом умножаем. Так вот, что мы получили? Средняя оплата труда, то, что Антон Николаевич тоже показал. Я по-другому хочу вам показать историю. У нас в разрезе четырех видов как бы рабочей силы, рабочие строители, машинисты, пусконаладочный персонал. Вот я сделала выборку. По тем регионам, ну, к сожалению, Свердловской области нет, поэтому я под Свердловской область сделала четвертый квартал. Четвертый квартал 2022 года. Я взяла шестой разряд. Из ВГИС это то, что выставлено на оплату труда рабочего человека часа, а последняя колонка – это то, что мы закладываем в смену документацию рабочего вот этого разряда. Вот обратите внимание, да, если рабочий, который прозрачно посмотрит свою оплату, которую он, подрядчик, получает в сметном ценообразовании хотя бы в четвертом квартале 2022 года, у него, наверное, возникнет вопрос, а где деньги? Вот. То есть это официальная оплата труда, которая в сметную стоимость погружается нами. То есть вот это как раз и стало одним из моментов, да, что ну, давайте как бы тоже вести свой учет нормально. То, что вот Сахалин постоянно мы слышим, да, вот пожалуйста, третья зона, ну, наверное, неплохая зарплата, которая реальна. Так вот, для чего нам нужен еще? Вот дата сметной документации – это статика. В ценах четвертого квартала. А нам нужно в ценах реализации, то есть сколько мы получим денег на тот период, когда нужно реализовывать этот момент. Вот очень часто задают вопрос, а что нам даст ресурсно-индексный метод? Больше, меньше? Вот больше, меньше, пример, который я привела, да, и несколько уже выступлений было, сопоставила маленький объектик, 47 миллионов, небольшой объект. И ресурсный индексный метод, и базисный индексный метод, погрешность всего лишь 0,2%.
А вот в разрезе конструктивных элементов, когда у нас начинаются земляные работы, это механовооруженные, когда ремонтные работы, это трудоемкие работы, вот там нам нужно именно получить реальную картину. Что больше? Ну, вы знаете, что индекс по оплате труда, он превышает в 3-5 раз средний индекс по материалам и механизмам. А мы получаем среднюю температуру. Материалы точно так же. Вот посмотрите по материалам. Я сделала тоже сопоставление. Четыре, просто навскидку взяла 4 материала. Когда мы работаем базисно-индексным методом, у нас единый индекс по материалам. И я взяла из ВГИС, который по сплит-форме, ну, знают сметчики, там либо текущая цена, либо индекс по однородным группам. Посмотрите, какое расхождение, кому живется весело, вольготно на Руси. А конники, которые почти 400% имеют свой бонус, да, и кирпич, которые тоже говорят, а где же я куплю за 8 рублей кирпич? А он заложен, наш базисный индексный метод. Что наши ремонтники делают? Вот возьмите 2-3 хрущевки. Одинаковая совершенно система инженерно-технического обеспечения, системы ГВС-ХВС. Из водок запроводных труб у нас нет индексов по ремонтным работам. Мы используем индексы на новое строительство. Погрешность 30%. Почему? Демонтажные работы, трудоемкие работы. Там трубы, которые взлетели, которые... Вот вам, пожалуйста, для чего нам нужен ресурсно-индексный метод. То есть мы должны получить ту картину, которая нужна именно по конструктиву нам. И вот далее, вот эта реформа, она продолжается с точки зрения исполнения уже контрактных обязательств. То есть мы, если грамотно сформируем... Это у меня? Нет? Все? Нет. Если грамотно мы сформируем проект сметы контракта, наложим на график, когда нужны эти деньги, вот мы как раз и получим ту картину. И вот то, что 87-е постановление тоже добавлено, все... закрылось, мы должны исполнить все новые объекты, мы должны однозначно работать ресурсно-индексным методом. И вот что необходимо для того, чтобы вот эта реформа в конце концов получила свое завершение? Это не только ресурсно-индексный метод, это теперь на наши расчетные показатели мы должны наложить грамотно и правильно сформировать проект сметы контракта. И вот каждый элемент, каждое конструктивное решение для субподрядчиков, для актирования работ мы будем иметь в том уровне цен и оперировать с теми деньгами с учетом, ну, Минэкономразвития это прогноз, другого у нас пока нет. Но, по крайней мере, база, которую мы создаем, она очень важна, где у нас трудоемкие работы, где у нас материалы, кирпич или окна, получаем мы. Вот это вот очень важный элемент. Поэтому вот все-таки исполнение не только в части сметного ценообразования, но и реформа, которая завершается у нас на сегодня, это переход уже на контрактное грамотное ценообразование и потом уже передать собственнику в том виде, в котором он должен быть. Спасибо. Да, спасибо большое. Вот, ту тему, которую вы затронули по поводу статичности ценообразования, действительно вопрос крайне важный, и он задают, наверное, все участники, потому что вот когда мы начинаем эту тему поднимать, говорят, ну какое же оно статичное, вы же получаете дефлятор ежегодный. Но ежегодный дефлятор, он, безусловно, я вот тоже на своем слайде приводил, он, к сожалению, не отражает той динамики цены, которая происходит. У нас вот тоже неоднократно уже приводил этот пример, кто давно работает в стройке, помнит, как раньше бюджетная оплата происходила в рамках цены на дату закрывания и того индекса на дату закрытия формы. И, в общем-то, это, на мой взгляд, конечно, было сложнее с точки зрения бюджетного процесса, потому что сейчас у нас бюджетный процесс весь отлажен. Но, с другой стороны, это было, на мой взгляд, намного справедливее, адекватнее того ситуации со статикой, которую мы сейчас имеем. Потому что перекосы. И вот второй момент, который вы тоже в самом начале своего выступления подняли, по поводу того, как пользоваться этим механизмом. Потому что давайте скажем, что бюджетные средства, тут Михаил Михайлович, мы... тоже обменивались мнением, они всегда связаны с большим контролем различных органов. И, к сожалению, зачастую практика, которой руководствуются заказчики государственные, формируется не
трактовкой законодательства, а правоприменительной надзорной деятельности, которая складывается в том или ином субъекте Российской Федерации, надо говорить об этом честно. И это, конечно, сейчас очень деформированная среда, одно из направлений деятельности, которое мы тоже попытаемся как-то в своей работе точно затронуть, это взаимодействие для того, чтобы механизмы контрольно-надзорной деятельности и разъяснения законодательства, они между собой, в общем-то, точно одно и то же трактовали, одно и то же, об одном и том же говорили. Спасибо. Двигаемся дальше. У нас есть второй блок вопросов, который анонсировал. Он у нас так спонтанно появился в предмете нашей деятельности. К нам обратились профильный комитет Государственной Думы в лице Сергея Александровича Пахомова для того, чтобы в начале лета это было, этого года, для того, чтобы помочь на сегодняшний момент партии «Единая Россия» каким-то образом организовать мониторинг по капитальному ремонту и подготовке к новому учебному году объектов образования школ и строительства новых объектов. Мы на это предложение откликнулись, но вот 1 сентября прошло, и мы встретились, подвели, у нас была большая видеоселектор совместный с Пахомовым, и решили, что эта деятельность должна не заканчиваться непосредственно 1 сентября. Это крайне важный аспект, который касается и деятельности саморегулируемых организаций, и ответственности саморегулируемых организаций, а главное достижение, вот тот блок вопроса, связанный с капитальным ремонтом и ценообразование в капитальном ремонте, по-прежнему достаточно серьезная проблема. Вот об этой деятельности я попрошу Павла Васильевича Малахова, заместителя руководителя «Настрой», доложите, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Презентацию включите, пожалуйста. Я постараюсь достаточно быстро пройтись по презентации, у нас мало времени по графику. Та задача, которая стоит перед нами, стоит перед саморегулируемыми организациями, это в рамках ответственности, субсидиарной ответственности по государственным муниципальным контрактам, которые осуществляют строители, выполнять работу. Мы для себя вывели некий светофор, основанный на производительности труда и освоении денежных средств, и вывели тот самый коэффициент исполнения для того, чтобы определить, насколько контракты, которые находятся в исполнении у подрядных организаций, находятся в рискованной зоне, есть ли необходимость вмешательства со стороны саморегулируемых организаций или заказчиков для того, чтобы уделить внимание. По этому светофору два блока. Первый блок – это капитальный ремонт объектов образования. Мы раскрасили объекты, есть достаточно большое количество контрактов, которые находятся в рискованной зоне. Более того, надо обратить внимание на то, что среди 2000 объектов, чуть больше, чем 2000, 51 контракт был расторгнут, это значит, контракт вовремя не был исполнен и не имел шансов его исполнения, когда уже заказчик и подрядчик признали его несостоятельность, и требуется дополнительная переторговка. Из позитивного фактора можно определить внимание, что буквально за короткий период времени, о чем сказал Антон Николаевич, это начало июня, когда саморегулируемые организации подключились к этому проекту, количество школ, которые выведены были в зеленую зону и фактически обеспечены исполнением контрактов своевременно, увеличилось вдвое. За это, конечно, отдельная благодарность и системе саморегулирования, тем организациям, которые, кроме всего прочего, выдавали беспроцентные льготные займы подрядным организациям для выполнения тех работ, которые есть. Это такая функция есть у саморегулируемых организаций, она, конечно, востребуемая и необходима продолжать ее реализацию. Второй блок – это новое строительство объектов. Здесь картина немножко сложнее. Осложняется она тем, что мы из публичных источников не всегда с вами можем получить информацию в части того, кто подрядчик, как идет исполнение контракта, как идет освоение, потому что здесь много инвестиционного партнерства, много организаций, которые строят их, дополнительно потом передают бюджет. Поэтому здесь, конечно же, роль саморегулируемых организаций еще больше усиливается для того, чтобы понимать, что происходит реально на объекте строительства у его члена. Поэтому здесь работу необходимо продолжать. У нас достаточно много объектов образования, которые находятся с высоким уровнем риска. По нашей с вами оценке это порядка почти 170 объектов, и это достаточно высокая цифра, на которую необходимо обращать внимание. Если говорить о детализации, то Сибирь и Урал примерно по светофору выглядит следующим образом. Для себя вот выделил два региона, которые имеют достаточно высокий риск срыва. Это по объектам капитального ремонта, это Курганская и Челябинская области. В соотношении с общим количеством и количеством контрактов, находящихся
в рискованной зоне. Сибирь выделила Алтайский край, Иркутскую область, Томскую область. Если посмотреть на новые строительства, то здесь картина почти повторяется. Сложно, наверное, здесь сказать что-то критическое в отношении уральских объектов, но, например, Иркутская область находится в негативном списке лидеров как по капитальному ремонту, так и по объектам нового строительства. Что это значит? Ну, первое, это то, что мы с вами имеем риски неисполнения тех сроков, которые есть. Второе, это риски саморегулируемых организаций по субсидиарной ответственности. И нам необходимо, конечно, здесь приложить усилия для того, чтобы подрядная организация смогла выполнить этот контракт и обеспечила те сроки, которые есть. Программа не закончена, у нее объемы строительства продолжаются, и длятся они 2024-2025 года. Кроме того, есть поручение от Комитета Государственной Думы о том, что системе саморегулируемых организаций необходимо подключиться к мониторингу исполнения капитального ремонта многоквартирных домов. Это та самая строка, которая, наверное, на сегодняшний день вызывает больше всего вопросов у нас, как у жителей и плательщиков за этот тариф. И кроме того, сегодня капитальный ремонт и региональные операторы – это, наверное, самая популярная строчка претензий к подрядчикам по качеству, по исполнению гарантийных обязательств, по исполнению контрактов к саморегулируемым организациям. Поэтому как одна из задач, которой необходимо заниматься в системе и которая стоит перед нами, этот блок тоже есть. Поэтому здесь, коллеги, те личные кабинеты, и обращаясь здесь к системе саморегулируемых организаций и к органам власти, которые тоже присутствуют, обратите внимание, у саморегулируемых организаций регионов есть доступ к информации по сроком выполнения, по объему выполнения, как происходит исполнение контрактов в режиме онлайн. То есть понятно, что и у заказчиков такая информация есть, но тем не менее. Негативным фактором можно определить вот ту статистику, которую мы посмотрели по капитальным ремонтам многоквартирных домов. Порядка 38% этих контрактов, ну, из рискованной зоны, это где непрофессиональный заказчик. Это значит, что здесь директор школы, тот человек, который подписывает и принимает работы, формирует техническое задание, расторговывает, и, конечно же, у него возникают сложности с точки зрения, да хотя бы даже элементарного прочтения проектной документации, о чем, собственно говоря, уже неоднократно говорили, и здесь необходимо регионам ориентироваться на создание профильного единого заказчика. Спасибо. Спасибо, Павел Васильевич. Я вот, знаете, чем хочу поделиться, может быть, такими не очень радушными наблюдениями, но тем не менее крайне важными, на мой взгляд. Значит, первое. Уважаемые заказчики, пожалуйста, обращайте внимание на допуск и членство СРО. Вот здесь статистика, учитывая, что презентация маленькая, мы не привели, но тем не менее мы выяснили, что часть контрактов заключены, не с членами саморегулируемых организаций, либо уровень ответственности фонда обеспечения договорных обязательств не позволяет такие контракты заключать. Причем, если мы по первой группе, это единичные случаи, то по второй группе это массовая практика, практически 25% от общего количества контрактов заказчик этот вопрос не проверяет, не смотрит, что вызывает потом проблемы с точки зрения ответственности, уровня ответственности таких подрядных организаций. Второй блок вопросов, который есть на сегодня, это так называемые контракты под ключ. У нас такую возможность заказчикам предоставили муниципальным и государственным. И получается, что, конечно же, для заказчика это удобная очень конструкция, когда ты снимаешь с себя ответственность вот этого стык строя между подрядной организацией по проектированию и подрядной организацией, которая выполняет СМР. Но, честно говоря, это, наверное, можно применять, и это мое личное мнение в отношении объектов повторного применения. Когда мы точно понимаем, что за конструктив, когда мы понимаем, что подобного рода аналогичные либо такие же объекты уже реализованы на территории субъекта, ну либо где-то на территории Российской Федерации, тогда этот механизм действительно действует. Если это разработка нового проекта, вот та стоимость, которая корректируется в таких контрактах, практика показывает, что большая часть таких контрактов сейчас у нас находится в красной зоне. Поэтому внимание здесь обращаю в первую очередь и к заказчикам, и с другой стороны к подрядчикам, которые в такие, как сказать, контракты пытаются играть. Еще последний, наверное, негативный момент, который можно сказать в отношении нашего мониторинга, что, к сожалению,
у нас большое, особенно нового строительства, пласт объектов, это почти 30%, больше 100 объектов из 500, которые сейчас реализуются на территории Российской Федерации, которые должны сдаваться в 2024 году с процентом исполнения там, менее 10. Ну, я думаю, что большая часть имеет непосредственное отношение к стройке и понимает, что меньше чем за год построить современную школу со средней стоимостью там, примерно подходящей к 2 миллиардам рублей, ну, физически невозможно. Поэтому я бы еще раз обратил внимание органов исполнительной власти в отношении тех контрактов, которые вводятся. Ну, те, которые в 2023 году вводятся, они и так все на контроле и все проверяют. Я думаю, здесь ситуация всем понятна. А вот в отношении объектов, которые строятся в 2024 году, это крайне важно. Во-первых, это важно с точки зрения исполнения контрактов. Во-вторых, это важно с точки зрения обеспечения социальных обязательств перед населением. А в-третьих, это еще один аспект, который сейчас крайне тоже у нас становится острым, это вопрос бюджетной обеспеченности. Потому что те объекты, которые строятся, большая часть, ну, по крайней мере, объектов Сибири и Урала, строятся с федеральной субвенцией или субсидией в отношении этих объектов в соответствии с соглашением. И когда по мониторингу, на этот мониторинг сейчас опирается тоже Минстрой, задают очень вопросов Минобр, который является ГРБСом в этой части, и в случае, когда объект попадает в красную зону, это является основанием, в 2023 году ничего не произойдет, но в начале 2024 года сдачные объекты 2024 года обретут совсем другую остроту и другую полемику. Поэтому, коллеги, давайте об этом подумаем заранее, для того, чтобы там либо предусмотреть продление сроков, либо принять какие-то меры. Но вы сами видите, что цифра 30% объектов с исполнением менее 10%, ну, поверьте мне, их реализовать будет невозможно. Поэтому по ним надо принимать, конечно же, не очень популярные, но тем не менее решения. Чем быстрее это решение будет принято, тем, наверное, правильнее. Самое простое решение для заказчика – это, конечно, расторжение контракта, но не самое хорошее, безусловно, для подрядчика. Для подрядчика, но это какие-то меры превентивные страхования себя для того, чтобы в дальнейшем претензии в отношении сроков, ну, были либо обоснованные, либо необоснованные со стороны заказчика. Может быть, я сказал лишнего, но вместе с тем я считаю, что это крайне важный момент, о котором надо уже сейчас говорить. Спасибо. Переходим к следующему блоку. Блок, который тоже находится в поле нашего зрения активного, это практика реализации механизмов КРТ. Михаил Михайлович тоже приводил очень занятные примеры, поэтому каких-то таких мы обещали, что мы будем пытаться обобщать лучшие практики, делиться лучшими практиками, подсвечивать какие-то проблемы, которые формируются. Поэтому сейчас я бы хотел предоставить слово Максиму Владиславовичу Федорченко, координатору по Сибирскому федеральному округу, чтобы он поделился теми предложениями по корректировке законодательства с учетом опыта реализации тех уже проектов КРТ в Сибирском федеральном округе. Пожалуйста. Уважаемый Антон Николаевич, уважаемые коллеги, у нас по данным ИРЗ на сегодняшний день в Российской Федерации объемы фактического строительства по проектам комплексного развития территории уже превысили, наконец, уже те фактические объемы, которые строятся по старым проектам, по ход РЗТ. На самом деле это пока немного, это все в пределах 2,5% от общего количества жилищного строительства, но тем не менее это говорит уже о том, что механизм рабочий, что он состоялся. И Национальное объединение строителей ведет сейчас мониторинг по всем регионам, как осуществляется механизм КРТ, и мы видим, что, например, по Уральскому федеральному округу Тюмень и Челябинск, Тюменская область, Челябинская область – лидеры. Здесь уже градостроительный потенциал измеряется миллионами квадратных метров, тем решения о КРТ, которые уже приняты и которые сейчас на подходе, как Михаил Михайлович говорил, Свердловская область, я так понимаю, тоже подтягивается уже под такие цифры. И, в общем, это говорит о том, что механизм КРТ рабочий, но, безусловно, если его что-то издерживает, то это точечные недостатки законодательства, которые вот в процессе уже реализации проектов мы можем выявлять, и, наверное, их необходимо будет как-то так или иначе менять. Так, у нас эта штука. Да, мы
провели в Новосибирске недавно конференцию, организованную Национальным объединением строителей, Национальным объединением проектировщиков и изыскателей при поддержке Министерства строительства Российской Федерации, правительства Новосибирской области. И на ней обсуждались как раз вопросы КРТ, реализации в регионах, потому что Новосибирская область тоже один из лидеров здесь, и это тоже понятно, потому что большой опыт как раз РЗТ, комплексного освоения территории именно Новосибирской области, тоже накоплен, так же, как там в Тюменской, Челябинской областях. Почему большое внимание обсуждению в регионах вот Нострой уделяет этих вопросов? Именно потому, что на основе региональной практики можно посмотреть те точечные изменения закона, которые на сегодняшний день нужны, и именно уже предлагать вот эту вот тонкую донастройку механизма КРТ. Ну и кратко пробегусь, вот уже есть законопроект, мы его уже видели, подготовленный Министерством строительства, и будем надеяться, что в осеннюю сессию он все-таки будет принят, и в нем учтены достаточно большое количество предложений профессионального сообщества, в частности, вот уравнивается правовое положение лиц, с которыми заключен договор о КРТ, и региональных операторов, а это важная норма, потому что просто забыли в некоторых положениях учесть региональных операторов для изменения градостроительной документации, те права, которые даны как раз тем лицам, которые договор заключен на аукционах. Устанавливается возможность осуществления комплекса КРТ в соответствии с ранее принятой документацией по планировке территории, тоже важно как раз для развития КРТ жилой застройки, это самый сложный вид КРТ, поскольку у нас планировка территории уже накрыта, как правило, большинство городов, Новосибирск про полностью закрыт, то зачастую здесь вот этот этап, он просто будет сдерживать скорость осуществления проекта. Синхронизируются проекты КРТ и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Об этом мы много говорили. Это, безусловно, только первый шаг к тому, чтобы инвестор мог гарантированно получить технические условия на весь срок осуществления, это длительный срок, и обычно большие площади, все-таки это развиваемые территории, мог получить технические условия заранее, и потом, что самое главное, они бы реализовывались. Ну, это же направлено, потому что на проекты КРТ распространяется порядок переустройства выноса сетей, вводится требование включения в ГИСГД информации о КРТ, а это не только, собственно говоря, сейчас дань общей моде на цифровизацию, но это, собственно, направлено на ту же самую синхронизацию действий инвестора и ресурсоснабжающих, в том числе организаций, которые, соответственно, свои программы, свои там планы ближайшие могут уже синхронизировать с действиями, с планируемым развитием территории. Ну и исключается, наконец, возможность выхода многоквартирного дома из решения КРТ после принятия решения о проведении торгов. Мы об этом говорили еще на этапе, здесь мы это обсуждали, да, об этом всегда все говорили. Но вот наконец-то это появилось в законопроекте, потому что, ну, понятно, что говорить о защите инвестора в тех условиях, когда проект может развалиться уже после аукциона, ну, в принципе, не приходится. Но, тем не менее, есть еще много других предложений, которые пока в законопроект не вошли. В частности, мы в резолюции это у себя отразили. Я думаю, что это то, что сегодня нужно обсуждать. Это включение положений, направленных на совершенствование механизма КРТ по инициативе правообладателя. Это тоже очень перспективный механизм, который, безусловно, надо уделять больше внимания. Возможность участия в договоре КРТ более одного органа публичной власти, вот об этом вот Роман Александрович говорил у нас на конференции, о том, что действительно у нас социальные объекты, школы строятся муниципалитетом, а здравоохранение объекты строятся региональными органами власти. Введение процедуры учета мнения собственников объектов ИЖС. Об этом мы много говорим постоянно, потому что и в том числе у нас на конференции представители ресурсоснабжающих организаций говорили о том, что вот мы на сегодняшний день замечательно, что большие площадки, на больших площадках ищем возможность привлечения, использования инфраструктурных бюджетных инструментов для того, чтобы обеспечивать их сетями, то есть тянутся туда сети, но при этом сети существующие загружены зачастую на не более чем на 50%. А это как раз связано с тем, что большие объемы
большие пространства в городах, занятые, уже по сути, деградировавшим индивидуальными жилищными строениями. Это может быть за исключением Екатеринбурга. Здесь вот я такого как-то не видно. А в любой другой город, заедешь, там это просто вот, сказать, то, что бросается в глаза. При этом оно предлагается, на самом деле, совершенно хорошая процедура учета мнения ИЖС, для того, чтобы они могли проголосовать точно так же, как это делают жители ветхого многоэтажного дома. Им, возможно, такая дана, почему-то у жителей ИЖС ее отняли под флагом заботы об этих самых жителях. Установление возможности уступки права аренды земельного участка, а также прав требований по договору о КРТ в целях обеспечения залога таких прав, потому что на сегодняшний день получилось, что инвестор, уже выполнивший изначальные условия по расселению, тем не менее находится в худшей ситуации, чем тот застройщик, который просто купил земельный участок и на нем планирует земельное строительство. Вообще, конечно, надо было бы подумать о том, чтобы вернуть тот механизм, который у нас был в РЗТ, когда участок предоставлялся в собственность. Я думаю, что законодатель здесь очень боялся, что не будут выполнены условия договора КРТ, но есть другие механизмы, которые позволяют дисциплинировать собственника для того, чтобы этот договор выполнялся. Ну, а все-таки надо понимать, что базовые условия, базовые требования расселения к тому моменту, в первую очередь, выплата компенсации собственникам, к тому моменту, когда застройщик получает такой участок, они уже, как правило, выполнены. Ну и установление исключительно судебного порядка расторжения договора КРТ, это безусловно важно, потому что на сегодняшний день вот те нормы, которые предусмотрены, они настолько не защищают инвестора. Может, там вот Антон Николаевич неоднократно говорил о том, что нужно вообще механизмы все защиты инвестора здесь включать, потому что это длительный проект, это сложный проект. И если мы здесь еще и предусматриваем, что и договор можно в любой момент в несудебном порядке расторгнуть, то очень сомнительно, что наши кредитные учреждения будут охотно выдавать кредиты. Ну и в заключение хочу сказать, что это вот одни из многих предложений, которые у нас есть по донастройке механизма КРТ. И вот Михаил Михайлович приводил пример того, как сейчас отторговываются участки совершенно по разной цене. И все-таки, когда более 100 миллионов за гектар заплачено бюджет за эти участки, с одной стороны, вроде бы выглядит симпатично, бюджет там получил деньги, но с другой стороны, эти же деньги не пошли на развитие конкретно этой территории. Это значит, что инвестор, который, он мог их туда потратить, они у него заложены в экономику проекта. Поэтому все-таки нужно очень тщательно сбалансировать нагрузку на инвесторов в договорах КРТ. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, еще раз скажу, обеспечить полноценную защиту инвестора, особенно, еще раз повторю, в таких длительных и сложных проектах, как КРТ жилой застройки. И тогда я думаю, что вот механизм и потенциал этого механизма комплексного развития территории у нас будет реализован в полной мере. Спасибо. Маленький комментарий. Злободневный, который сейчас существует, все равно мы понимаем, вот о чем Максим Владиславович отразил в своем выступлении, что любой КРТ, даже самый маленький, это все равно очень емкий, финансово емкий процесс. И, как правило, для того, чтобы в эту воду входить, любое предприятие, даже самое обеспеченное, использует кредитное плечо в той или иной мере. До сих пор у нас было... Вернее, не было, наверное, начал формироваться объем определенных предложений со стороны банка. Это бридж-кредиты, кредиты под будущую прибыль, которые эти моменты каким-то образом смягчали. Потому что напомню, что на ранних этапах реализации КРТ предмета залога, который бы позволяло там каким-то образом с банком более детально работать, его не существует. Нынешняя ситуация, вот с коллегами общался буквально на прошлой неделе, интерес к КРТ начинает очень редко снижаться, потому что как раз мы подошли к такой точке, когда органы местного самоуправления, субъекты Российской Федерации подготовили большой пласт земельных участков, которые предназначены для вот проведения конкурсов на заключение договора по комплексному развитию территории. Вместе с тем доступность кредитного ресурса сейчас
она ну, плюс-минус идет по базовой ставке 18-19% годовых. Когда ты берешь, во-первых, это сложный продукт, во-вторых, это 18-19% на весь цикл обслуживания, пока ты не превращаешь этот проект непосредственно в проектное финансирование, когда ты не уходишь в банк. И это говорит о том, что на сегодня ну, подобную кредитную нагрузку, большая часть, ну я вот не знаю, даже такие, ну как сказать, успешные регионы, как Екатеринбург, я думаю, что навряд ли бизнес захочет на сегодня брать такую. Тут дело не как хочешь, не хочешь. Тут экономически целесообразно или нецелесообразно. На мой взгляд, большая часть субъектов Российской Федерации подобная модель нецелесообразна с экономической точки зрения. Поэтому тут момент, вот, который на сегодня, на мой взгляд, законодательный, я к чему говорю, что не урегулирован. У нас с предметом залога и с возможностью каким-то образом оптимизировать кредитную нагрузку, если вот с проектным же финансированием в целом все хорошо, даже, ну давайте честно скажем, при таком стабильном спросе, как сейчас, повышение ключевой ставки на привлекательности проектного финансирования практически не отразилось. А вот как раз на подготовке земельных участков, на КРТ это непосредственно линейно влияет. И второй момент, который, ну, наверное, все должны знать, он не является каким-то секретным, и почему вот такой перекос у нас сформировался. Вы знаете, что у нас все субъекты Российской Федерации, не могу сказать, что с большим желанием, но вместе с тем подписали меморандумы с федеральным министерством на предмет градостроительного потенциала в отношении комплексного развития территории с объемами на 2023 год и на 2030 год включительно. Поэтому этот механизм, который, конечно же, делает КРТ масштабным, он пододвигает всяческие органы исполнительной власти, чтобы заниматься этим механизмом. Но вот этот вот дисбаланс возможностей кредитного плеча, он, конечно, на мой взгляд, сейчас основной риск реализации проектов КРТ, ну, по крайней мере, в периоде существующей величины ключевой ставки, это такой очень такой важный аспект, на который точно нужно обращать внимание. Коллеги, у нас осталось совсем немножко времени, поэтому я, пользуясь нашей компанией, хотел бы попросить тоже обменяться каким-то мнением. Роман Александрович Теличинов, заместитель губернатора Новосибирской области, тоже один из регионов-лидеров в вопросах комплексного развития территории, поэтому, если возможно, вот Ваша позиция в этой части, пожалуйста. Спасибо, Антон Николаевич, за предоставленную возможность. Можно презентацию? Я постараюсь несколько минут уложиться. То есть, на самом деле, коллеги предлагают то есть, презентацию расположить на сайте форума, для того, чтобы все желающие могли с ней знакомиться. Презентация достаточно большая, там 63 слайда. То есть, если где-то у кого-то возник вопрос по реализации, либо там, почему мы пошли таким путем, либо другим, предлагаю коллеге то есть, созвониться, списаться. Я думаю, что у нас и я, и Министерство строительства Новосибирской области открыто для диалога. То есть, готовы делиться своим опытом, готовы опыт воспринимать ваш, как вы реализуете в своих регионах данные вопросы. Основные посылы, вот, которые бы хотел озвучить, то есть, это самое основное. Мы в Новосибирской области приняли решение об организации оператора по КРТ. Это у нас региональная организация, фактически наш подвет, то есть агентство развития жилищного строительства. В настоящий момент передали ей права на реализацию практически 650 гектаров земли, то есть, которые они сейчас осваивают. В разных стадиях это находится. То есть для себя мы проанализировали первую площадку, которая сейчас на ваших экранах транслируется, проанализировали, каким образом то есть, мы начали с ними работать. То есть первое, что было принято решение, после разработки ППТ, проанализировав его, мы поняли, что качество разработки ППТ не удовлетворяет требованиям то есть, вообще вложения в эту площадку денег и анализа достоверности тех средств, которые потребуются. Разработали качественный мастер-план, который показал, что ресурсов, которые требуются на эту площадку, инженерных сетей и так далее, оказалось в три раза больше, чем нам показали по расчетам, нормативам, по проекту планировки территории, по факту. То есть, соответственно, мы сюда должны были построить больше сетей по мастер-плану, чем по ППТ. То есть, это вот приняли решение, что на всех площадках разрабатываем мастер-план, то есть, по рекомендации в том
том числе и с консультацией с Ностроем, с Минстроем Российской Федерации по факту. На эту площадку, то есть мы, используя существующие механизмы 1704, 1189, инфраструктурное меню, привлекли уже, то есть 6,9 миллиардов рублей, то есть которые планируем, то есть проложить там сети, построить дороги. На вырученные деньги от реализации в настоящий момент часть площадки уже продана, там порядка 2,3 миллиарда рублей мы уже получили в РЖС. РЖС будет строить детские сады, школы, то есть, соответственно, комплексность площадки, она будет полностью закрыта, то есть полноценно. Не будет так, что мы потом бюджетом будем догонять, то есть строительство социальных объектов. На этой площадке мы приняли решение расположить в том числе учебные корпуса, то есть специальных учебных учреждений, место приложения труда в том числе. То есть по факту, то есть площадка в 200 гектаров земли разделена напополам. То есть половина — это жилищное строительство, остальная половина — это обеспечение, то есть существование жителей будущих в этой площадке. То есть миграция людей утром и вечером, то есть у нас на Северской области очень большая, то есть мы считаем, что было ошибкой выносить из города большинство предприятий, потому что сегодняшний день, то есть люди начали ездить из места проживания, тратить на это большое количество времени. Нам необходимо в настоящий момент развивать улично-дорожную сеть в этих направлениях для того, чтобы люди не стояли, то есть по факту. И вот это вот самая главная, ну, большая проблема. Поэтому вот из основного, то, что хотел бы отметить, то есть это наличие мастер-плана, наличие организации специализированной, которая будет это все развивать. И самое, еще одну вещь хотел бы отметить, то, что Максим Владиславович озвучил, это все-таки необходимо совершенствовать законодательство. В настоящий момент, на мой взгляд, КРТ в законах и на уровне правительства Российской Федерации, и на уровне региона нашего, по крайней мере, более-менее все работает слаженно, то есть все понятно. Но вопросы, касаемые ИЖС, его расселения, участия жителей, то есть ИЖС, вот этот вопрос еще остался открытый. Предлагаю совместно, Антон Николаевич, то есть этот вопрос все-таки обсудить, то есть в будущем все-таки необходимо этот вопрос добивать. То, что сейчас закон вносится, надо, чтобы он дошел до конца, потому что, ну, я думаю, что не только Новосибирская область ждет закон, все регионы. То есть и второй момент, то, что мы обсудили, то есть Максим Владимирович предложил, земля должна быть в итоге быть в собственности. Это гарантирует в будущем инвестору в том, что он там реализовал в 10 лет проект, расселяя. Потом, может быть, экономическая составляющая не та, и он возьмет паузу там, на 3 года, пустая площадка, то есть будет готовить документы пока, планировки, протягивать сети, то есть остальное. Должны быть возможности у него, то есть в дальнейшем, то есть эту площадку, то есть использовать более эффективно, качественно. Потому что у нас все-таки в настоящий момент на территории Новосибирской области даже при ключевой ставке повышения, то есть мы видим реализацию очень активную квадратных метров, пока не видим просадку такой существенной, чтобы, как говорит, но не факт, что там через там 5 лет, то есть мы не получим какую-то опять динамику вниз, то есть, соответственно, там пауза может случиться. Поэтому предлагаю тоже рассмотреть варианты, какие-то другие гарантии использовать для реализации, то есть при реализации КРТ для инвестора, то есть, но землю, как и в РЗТ, предлагаю давать тоже в собственность. Поэтому у меня все по этой теме. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Вот два момента, которые тоже, учитывая вашу презентацию, в голову приходят. Первое, вот мы тоже анализируем лучшие какие-то КРТ, ну или, по крайней мере, те, которые реализовываться начали. И надо сказать, что большая из них используют дополнительные средства поддержки из инфраструктурного меню на инженерную подготовку. Это инфраоблигации, остатки стимула, которые дорабатываются. Вот достаточно, как это, медленно запрягали, но очень быстро поехали средства инфраструктурного инфраоблигаций. Напомню, что предполагалось 300 миллиардов в этом году израсходовать. Первый транш 150 миллиардов полностью разошелся. Последние там 2 миллиарда, это просто была какая-то, знаете, такая давка за этими 2 миллиардами последних средств. Сейчас там идет анализ тех ранее законтрактованных средств с целью там оптимизации, если кто-то эти средства законтрактовал, не приступил, в смысле, на себя забрал, но не законтрактовал, поэтому часть средств сейчас будет в конце
октября, наверное, в начале ноября перераспределяться в каком-то объеме между субъектами. Но тем не менее, я думаю, что вот помимо законодательства нужно в обязательном порядке ставить, что без подобного рода каких-то инфраструктурных средств, которые необходимы, или инфраструктурного меню, реализовывать такие сложные проекты будет, безусловно, там, неважно, девелоперу в лице исполнительной власти, ну, практически невозможно. Это будет какое-то очаговое реализация этих механизмов. Ну и второй момент, так я как-то попытаюсь максимально ненасказательно это подойти. У нас есть два комплекта поправок в закон. И в данный момент направляется первый пакет поправок, в большей степени носящие какие-то, ну такие, знаете, казуистические нормы и правки с учетом опыта эксплуатации и проведения аукционов. Стратегические задачи, которые там могут радикально влиять на КРТ, безусловно, будут рассматриваться там во второй, да, через полгода. Через полгода, потому что это более такая содержательная работа, которая требует большего времени, большего анализа. Поэтому работа над поправками, она не прекращается. Поэтому тут вот не надо, как очень многие и бизнесы, и очень многие представители исполнительной власти немножко раздосадованы тем текстом поправок, который сейчас в Государственной Думе рассматривается. Не надо расстраиваться раньше времени, будет еще как минимум один грандиозный подход к снаряду, но он потребует немножко больше времени. Коллеги, ну вот у нас все, кто заранее записывался в выступление, выступили, поэтому есть возможность буквально 3-4 минуты задать вопросы к выступающим, ну или поделиться своим мнением. Пожалуйста, будет... Да, по порядку. Да, пожалуйста. Владимир, я бы хотел, во-первых, по ценообразованию то есть, обсудить. То есть, на самом деле, то есть, вы правильно отметили, что Рим это дает справедливую цену то есть, стоимости. Мы в своем регионе, вы когда приезжали к нам в феврале, то есть, мы проанализировали там 10 площадок, то есть, на ваше представление давали. Там, у нас увеличение получилось, оно незначительное, там 5-7%, но это все равно это справедливая то есть, цена по факту. То есть, самая основная проблема, которую мы транслируем, в настоящий момент, то есть она остается. У нас после того, как мы отыграли конкурсную процедуру, 85% проектной документации идет на повторную экспертизу в связи с тем, что не были учтены какие-то виды работ, и это не прикрывает 10% доп. Работ, которые у нас по 44-му закону мы можем там включить. То есть у нас основная проблема в настоящий момент для формирования качественной цены итоговой даже не Рим, а качество подготовки проектной документации. Нам нужно что-то делать с этим. У нас, ну, понятно, что когда там разрабатывается стадия R, там более качественно все это, необходимо все-таки начинать каким-то образом, то есть соединять две стадии, стадию P и стадию R, чтобы мы с вами получали то есть, стоимость контракта более ну, правильную, так называемую. То есть, поэтому в этой части то есть, мы закроем все вопросы по Риму. Наполняемость, я думаю, что с вашей помощью, с Минстроем, с Сергеем Григорьевичем эти вопросы мы добьем. Но качество проектной документации заставляет желать лучшего. Спасибо. Спасибо. Да. Можно комментарий небольшой? Мы тоже столкнулись с этой проблемой, да, и в своей работе нашли то слабое звено, которое вот, поможет вытянуть это все. И оно, на удивление, совпадает с мнением Минстроя Российской Федерации, когда они говорят, ребята, займитесь оценкой того технического задания, которое пишете. Вот когда пишете техническое задание на проектирование, вот на него надо обратить максимальное внимание и, может быть, зарегламентировать какие-то там данные для того, чтобы оно имело общие подходы, тогда сможете более четко регулировать вопрос ценообразования. Михаил Михайлович, я здесь соглашусь в части касаемых объектов, которые мы можем, школы, детские сады, там какие-то ФАИПы, там они одинаковые, там согласен, у нас более-менее, то есть они подходят качественно. Но у нас есть уникальные объекты, которые мы условно строим впервые. Ледовый дворец спорта.
Вот кто у нас в Новосибирской области когда-нибудь строил здание на 10,5 тысяч зрителей, 72 тысячи с половиной квадратов для социальный объект для массового пребывания людей в таком количестве? То есть это все равно будет возникать. То есть мы все равно полагаемся на тех проектировщиков, которые это уже разрабатывали. У нас же там разрабатывала первую проектную документацию, стадию УП готовила организация, которая до этого спроектировала объекты в Сочи. То есть в это там объектов десяток у них портфолио, то есть десяток. Мы после этого, то есть, заходили в экспертизу с изменением, раз в 7, наверное. Благо, глав госэкспертизы с пониманием к этому относилась и оперативно все отработала. А так мы до сих пор занимались этим вопросом перепроектирования. Спасибо. Пожалуйста, представляйтесь только, если... Добрый день, коллеги. Снитков Денис, СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций». Здесь, в Екатеринбурге, мы, ну, пожалуй, наверное, пока одна саморегулируемая организация, которую Министерство строительства помогает в реализации РИМ. И, коллеги, вот есть пару вопросов, таких практических, да, сложностей, с которыми мы столкнулись, когда мы начали уже давно здесь работать в части реализации РИМ. Вопрос первый. Безусловно, мы смотрим реестр в ГИСЦС, смотрим его наполнение с точки зрения включения в ГИСЦС участников наших СРО. И здесь мы понимаем, как мотивировать строителей, они же тех, которые являются поставщиками, мы понимаем, как их мотивировать. Опять же, объясняя необходимость наполнять ГИСЦС объективностью. И второе, мы просим наших строителей называть поставщиков, с которыми они работают, чтобы впоследствии строители влияли на этих поставщиков и на их вхождение в ГИСЦС. И вот здесь я прошу поделиться опытом, настроем, может быть, приходит какой-то опыт из других регионов, как мотивировать именно поставщиков. Сегодня господин Музыченко вначале говорил о возможной реализации административных каких-то мер, но я считаю, что это ни к чему хорошему не приведет, но, по крайней мере, вот прошу здесь поделиться каким-то опытом, если он есть. И второй вопрос. Мы стараемся из реестра исключать тех, кто в реестр попал, ну, знаете, таким странным, волшебным образом, потому что у него есть ЭКВЭДы. А на самом деле эта компания не является ни поставщиком, ни производителем. Таких, безусловно, мы говорим, коллеги, исключайтесь из реестра, но возникает вопрос, чтобы исключиться из реестра, им нужно убрать ЭКВЭДы, соответствующие на там, поставку или производство тех или иных товаров. А коллеги не хотят этого делать, потому что они, ну, они говорят нам просто, ну, может быть, мы впоследствии будем действовать согласно этим ЭКВЭДам, и вот зачем нам тратить сейчас время, силы на то, чтобы эти ЭКВЭДы убирать? Соответственно, вопрос, как быть вот с такими компаниями, которых нужно исключить, но которые не хотят убирать из своей деятельности соответствующие ЭКВЭДы. Коллеги, два вопроса, спасибо. Спасибо, я оперативно отвечу, а то вот так над душой уже стоят, выгоняют нас плавно. Значит, простите, не слышно. Оперативно постараюсь быстро ответить, потому что мы вот уже выходим за рамки, девчонки стоят над душой. По порядку, значит, первый вопрос по поводу пряника условно. По поводу кнута мы озвучили, я тоже с вами согласен, что не всегда этот механизм дает достойные результаты, когда мы просто административными методами пытаемся всех поставщиков туда загнать. Что уже сделано? Ну, сделан первый шаг. На сегодня я уже вначале сказал, теперь у нас за наполнение отвечают не только поставщики-производители, но и, я думаю, к нерадости субъекты Российской Федерации. Поэтому планомерная работа в этой части ведется, потому что, безусловно, что такое субъект? Это муниципальный или государственный региональный заказчик. Он видит всех поставщиков, которые реально поставляют строительные материалы на объекте и через своих заказчиков формируют, по крайней мере, и видят тех реальных производителей, которые есть. В качестве пряника, который мы со своей стороны предлагаем, насколько это реализуемо, не знаю, но мы с этим предложением, как национальное объединение, вышли, о том, чтобы при разработке проектной документации государственной использовать только ту информацию тех поставщиков, которые о продуктах, которые размещены в ГИСЦС. Логика, в принципе, понятная, но особенно на фоне нехватки ряда материалов в ряде субъектов Российской Федерации, безусловно,
тезис понятный, но не всегда поддерживаемый региональными исполнительными властями. По второму вопросу, который вы озвучили, как исключать так называемые мертвые души, которые имеют АКВЭД, но фактическую деятельность не осуществляют, здесь у нас практика достаточно большая. Я бы вот предложил с Павлом Васильевичем тогда обменяться контактами, потому что у нас в ряде пилотных субъектов Российской Федерации мы эту работу сделали, поэтому наличие АКВЭДа не обязывает в обязательном порядке учитывать его в той базе в ГИСЦС, которая сейчас есть. Поэтому можно их исключать, но механизм исключения этих вот юрлиц, которые фактически деятельность по производству и поставке строительных материалов не осуществляют, детально Павел Васильевич отдельно может рассказать. Да, спасибо за ответ. Насчет первого ответа, не думаете ли вы, что это приведет к ограничению конкуренции, и ФАС будет против? Тем не менее, безусловно, ну, у нас же с вами дискуссия по этому поводу, о том, что вот я исключительно методом административной реформы это сделать будет сложно, поэтому должны определенные быть преференции, которые дают возможность поставщикам это чувствовать. Коллеги, спасибо. Да, время у нас истекло. Напоминаю, что в 12 часов в аудитории 3.10 у нас начнется наш следующий круглый стол, посвященный реестру добросовестных поставщиков строительных материалов, где отчасти можно услышать будет ответ на последний вопрос. Спасибо.